Ты за осколки хотя бы добазарься. Так, время дохуя пошло. А не упадут осколки? Какой нахуй утя, блядь? Якутия. И император. Чулан зашел. Во славу чулана. Кидаем ему пати. Я не вижу тут чулана. В дискорде разве что. А вон он зашел. В игре уже. Психолог, блядь, сидит нахуй, ёбаный рот. Да, вроде, не помню. Есть. А, мы в 6 били, потому что у нас еще мосс аспеклс. Чулана. Сомалийского фиола, микстурку в куклу. Упадет ли сегодня кожаный пояс или нет? Вот в чем вопрос. Ты уже латный забрал, пошел нахуй. У тебя ЕП не хватит, его Шреддер заберет. Поэтому, блядь, тихо там. В 5 утра, да? Шрам и Шреддеру ГП накинем, никто не заберет. Елрею накинем. По-любому сидит в альтабе, нахуй, без звука, блядь. Да, капитан? Не готов. Кого-то бафа нет. Я тут, я не успел нажать. Ханс есть у нас. Хан, ты умеешь стаки воровать? Чтоб банки раздавать будем, не? Ну, в прошлый раз мы сапроты не пили. Ты танки сапроты пьют, а остальные ДД фласки пили. И сейчас. Блять, вы заебали, я еще даже фласки не взял, мне уже обмены кидать. Пошли нахуй. Я вам скажу, конечно. На РДД у меня фласки есть. Я достал уже с банка, если что. Обмены кидаем. Мастер, возьми два стака, хаспотов я куплю. Алиса, ты сапрот. Алиса, ты сапрот.
Берите Алису. А там бычья голову появился, кстати. На нем нету. Нет. Или я слепая. Я слепая. Ароу мастер, или ты по этой идешь? По БКшной фоске. По БКшной. А, так вот, я тебя спрашиваю, ты умеешь воровать стаки с профа? Не особо. Понял. Объясни ему, как, мастер. Пока время есть. Князюм, у меня мили-фласки. Мили-фласки, квадрат обмен. Ну, за ДЦ бычьи головы в холле Приста я... Дай портал, пожалуйста, Турбо. Помянет. Ша возьму. Пам-пам-пам. Вчера был. Был-был-был, а где второй? А, во. Блядь. Да. Да? У него 2-5. Да ладно, где скрыли? Да? Все, больше никому не надо мили-фласок. Так у тебя вообще, блядь, офф-хенд пиздатый, вой, да? Ёбаный, вроде скелетов призвёл. Вот, это чарки пиздатый. Блядь, были бы реги тут, нахуй бы что зачарил, ну, блядь. Ой, ну зад хуярит, все фиолетовые шмотки на распыл. Забыл? Слушай, вот, может, я не знаю, давай я друида за орду перенесу сейчас и похилю. Это кто? Сомалийский. Ты танчишь. А ты в куку. Ну. Давай недолго, 5 надо. 5 минут перекур, там хватит им. А ты чё, ну, зад этот? Винту перебил? Только на лича я пойду танчить, сразу говорю. На, на лича ты нам нужен, как танк. Иди переноси. Там друид не настолько критичен, как здесь. Там, правда. Друид, нормально. Давай нормально. Принеси, потому что это пиздец. А я вот не знаю. А то пылиться. А чё ты? Да, маленький. Стой, не портуйся, у меня есть реги. Ах, блядь. Тебя прочарю, ну и нахуй, тебя смотреть страшно. Чё надо? Это, перчатки, на, перчатки кидай, ну. А кто самый крутой друид за орду? Я. Yeah. Хил. Я. Таких не видел, но в гильдии у нас видел только одного мосса, нахуй. Не, расу я имею в виду. Ступники дай. Кого? Если что тебе надо, хосту, либо СПД. Прожим. Какого языка нету? СПД прожимка есть у этого. У орка. У орка, да. Но можешь взять, конечно, на хосту постоянно 1%, это коблин. Да я-то откуда знал, что я пойду друидом, блядь, хилить? Можешь взять нагу. Танчить буду. Нага, гоблин, либо орк, либо тролль. Тролль тоже нормально. Если круч. Хочешь щит опять же убиваться, можешь взять таурина. Наручи. Зависит от того, как ты хочешь убивать. Таурин еще жирный. У Пладельфа и хоста и крит. Разве? Да. Ну я, блядь, эльфа сделала, камон, я вижу. По проценту. Да, 1% хосты и 1% крита. Спасибо. Хотя бы так. Да, не надо. Мастер, как тебе мой кошель на ретрика похож, да?
похоже на синеглазого ебана. Ну я этот коров. Высший эльф паладин итальянца. Чего вам нравится? А, нормально, ты даже трансмут сделала, кроме грудака, конечно, но бля. Ну, я, короче, его выбивала в обычках, и в обычку нужен был ключ на нагрудник, а в геру я ебала ходить все. А еще кроме обуток, кстати, да. Зачем панда, а, кстати, а панда что дает? Я даже не читал, что панда дает. Двойной тоже эффект хас? От жратвы. Подожди. Нет, я, наверное, друидом останусь. Хотя, ну да, все равно хуйственно, потому что хоть это и БР будет еще один. Третий. Давай обратно, Рэва. Мастер. Ты в кукле кто сидеть будет? Я. А, ты друидом. А чё ты думал, бля, сказку попал, да? Я слышу, что друидов куплю. Да не, я забыл, что у него друид еще и танк. Я в плане думаю, блять, он в хиле собрался в кукле сидеть. Я ещё в ОФГ наплюсую плюсиков, дайте сразу пать. Брошенка, нихуя. Да. Ща хилбот настрою. Я уже пригласил. Брошенка, брошенка, брошенка. За медведь пропал. Всем здорово, меня некоторое время не будет, ИП себе заступил. Сегодня в 11... Сегодня в 11.07. Заманить. Ой, я на него забил. Нету. Нормально. Пропуска. А что ты император закидывал? Пропуска нету, брошенки. Чего? Не суммонишься. У меня целка 25, о, не закрыто, походу. Закрыто. Пишите, а, да, зал у меня не закрыт. Перенес, да? Да ладно, типа он пригодится в любом случае. Сорян, чё. Хожу обратно. Сука, мне надо связь с лучеданом, нахуй, ебать. Забрать, нахуй, сову, блядь, и сделать арбру с неё. Буду врываться, нахуй. Сорян, сорян за задержку. Чем? Формит в ледяной короне траву. Да, скелеты так отхуярить сейчас босса, что надо, даже ДДшников надо будет. Короче, Войт, если ты будешь последним по хилу, шарпистул получает 500 ЕП, если ты будешь... Второй, третий, четвертый, нахуй похилую. Шерпистул получает 500 ГП. Кто за плюс? Ну только ДЦ не считается. ДЦ считается. А, ну давай только его с абсорбами посчитаем. И тогда я окей. Говорю с абсорбами. А, ну тогда без Б. Давай, давай. А есть блять? Конечно. Ну, блять, на первой фазе типа к зеленой. Потом, короче, когда будет ближе ко второй, обратно как к столу подвести, а потом с стола водить туда-сюда.
травму чернеёт-то. Батю, у тебя шея нахуй неплохая, ты говоришь, вот хуёвый. Омоложение, щит. Бой. Будет по мне омоложение? Не кидается. Хуй знает почему. Орит вручную выбери. Не, мне так рога не хватит. Ни щита, ни омоложения. Под щит есть. Пельмени. Вот было. Минус 3. Считывай назад. Чулан. Да. Да, сложно оставить две, когда нет омоложения. Оба в центре. Красного замедлил. Я в него плюнул вообще-то, если что. Я не знаю почему, не замедлил. Бой, а ты через что кидаешь в него омоложение? Через Будду? Пытаешься кинуть. Кидай ему вручную, блять, выбери его постоянно в таргет. Оно через воду, походу, не пускается, там баг какой-то. А хрен с ним омоложением. Я сейчас плюнул в слизня, у меня потратил 45 раги. Ничего не произошло, что это? Возможно, это... А, окей. Нету. Окей. Один слизень, мастер, всего в комнате. Я выбрал, потратил 45 раги. У меня тоже так раз было, я выбрал цель, ну, плюнулась в профа. Возможно, ты тоже в профа ничего не плюнул. Нет. Возможно, откинуло с чумой. Он пишет, его откинуло с чумой. А, мы убили босса Шрапистоуна? Нихуя еще не убили. Я руфлю, че ты? Серьезно такой? Я не... Там как брутально они лупили. Почему, когда зеленый лоб, они не в центр полетели, а хрен знает куда.
Я? В смысле? Молодцы, нахуй. Диван дай. Ой, ну да, блядь. Нахуй вы к боссу подходите, если не умеете, блядь, нажимать кнопку. Я надеюсь, диван дали там? Дали. Ну, толку, масрезка нет. Смысл масрезка, да. Соло будете, блядь, кажется. Хант, юзни масрез, пожалуйста, на мне нет КД. Это Рога говорит. Ожидали, блин. О, вам даже в рейд-то линкуется, когда вам надо чему передавать. Вообще заебись. У меня, короче, вопрос есть. Сопротивление, типа, работает так, типа, оно может сопротивлять до бесконечности или на определенном числе? Не отхиливаешься. Есть процентаж максимального сопротивления таблицы. Ну, я про это и спрашиваю. Скинь еще раз. Да. Нужно знать. Смысла этих сопротов вообще не вижу. Осквернение куда выносить?
Аскара. Забрала. Вы на все скринения в Долгоран. Кулак порогом дайте. Киньте, блядь. Аллилуйя. Бак. Не видно. Нет, спалит он ее. Че, кукла багнулась? Ебать. Ты какие-то склипы жнул, да? Ее и в хилботе не видно. О, теперь ее нет. Лечу, можно ГП начислить, пожалуйста? За осквернение, окей. Нет. 4 минуты. Нет, лечу за то, что он куклу багнул, блядь. А лучше админом Сируса этого блядского. Кукла багается только в одном случае. Если кто-то прыгает, двигается, либо когда кастуются какие-то скиллы во время того, когда ты прожал стоп. Только в таких случаях у меня багалась кукла, других я не видел. Ю-то мать, вы раздуплитесь, нет. Войд, кукла багается, потому что ты в форме в нее прыгаешь. Нельзя прыгать в форме, блядь. Ты в друиде прыгнул, нахуй. В медведе. Надо без формы прыгать в нее. Ты какой-то первый раз играешь, а? Алиса, твою мать, хули у нас колбы в центре рейда, ёб твою. Ты что, забыла, что надо к столу водить, а? Ворвалась. Сейчас вырвет, на. Все правильно, ну. Страшно, вырубай. Сука, красная, блядь, бежит нахуй еще через колбы, потому что колбы в центре, блядь. И ты бежишь, нахуй, не знаешь, кого бить. Босс стоит под колбами, блядь, слизень красный, блядь, и царь выбегает через колбы. Цель. Опять царь через колбы выбегает. Царь с колбами выбегает. Я еще добегаю, ну. Кулак поваром дает. Кулак сомалийским мне дано. Кулак по панам дал Шредер. Кулаки он бафает, у него даже не вкачаны. Каски. Так разбафали. Не знаю. Бля, можно дать ГП долбоебу, который эту хуйню взает? Ну пишет блядь. Хант. Пишет Хант, блядь. Чё? Какую хуйню? Да? Что вам ставится, блядь? Включить, выключить, нахуй. Всё, блядь, снимается легко. Окей.
А был же? Не было. Тюх-тюх-тюх-тюх. Стоп, не типа босс. Приказ красный. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Да. Соберитесь в одну точку, блядь. Мень. Красный. Отойдите от красного. Лужа. Пельмени. Почему не слакать? Колбышев был зеленый. Пельмени. Отходите от зеленого. Идите к столу. Колбадите. Пельмени. Возле колб бежите нахуй. Пытайтесь.
может получиться что-то любопытное. Вроде ерунды. Он лужит. На вкус как вишенка. Ой, извините. Добьем, добьем. Пельмени. Саву, сбегитесь. На мне висит. Геру дайте. Диван. Влево. Геру нажмите. Мне его не дали. Вышли, вышли. Меня указывают. Встаньте к Саве. Жмите. Не отдали мне. Я не успел. Уже. Не захилите. Нормально. Боже, как я сука, говорил, люблю поезд. Этот сервер. Знаешь, я что я, блядь, вас спас от двух соплей? Я в череде словил у него за спиной две сопли. Я просто в ахуе с этого сервера. Ну как это, блядь? Чё-то армсов понизили, походу. У меня нет. Давай мне, блядь, Андроном. Не, ну БШ тут спасает от зеленого пиздеца. А ну вообще что ли не дамажит? Если ты прожимаешь БШ, когда он вливается в тебя. О! Тут фортвинг летает за Уинна задом. Блять, из-за профа ебучего нахуй, меня мут всегда кидается. Какая? Я бы выше смолийского, но похуй. Да не-не-не, пусть оставляет. Алиса сотку кинула, заебись. А чё ты костили козку? А, у меня есть козка. Надо. Что тебе дарило в череде, Илрей? Ладно, если хочешь, собирай. Две, блядь, сопли в череду. Ну, пельмени. Собирай. Ой, через 3-10, пиздец. Шансунха, ты молодец. Ну, блядь, Шреддер ГЦ, нахуй, бисовый поясочок. Хотя у него с хостой, но... Реально бегать от Вальки, наплодите кучу копий, чтобы они пиздили всех по всему рейду. Заебись, огонь. Красава, пацаны. Дай мне, блядь, этого. Элрей забирай. Рэй, уступишь? А? Нет. Блин, пошел нахуй, давай ему. Штрайдер не будет забирать, потому что у него поезд ЗС на хосту 277.
Давай. Там две вали, здорово. Вы, блядь, чё там, сука? Куда побежал? Да. Сколько еще? Один мастер. А у меня... У меня Оман багнулся, почему у Эвинар 40 угрозы, 40 тысяч, а у меня 2, и Валька бежит на меня. Это багнулась, Валька. Диспел Вальку, диспел уведи от кучи этих мобов, они ее хилят, блядь. Да вроде нет. Потихоньку добивают. Еще дальше. Видишь, две ауры висит на ней. Синенькие такие внизу. Чтоб ни одной не было. Иначе мы полгода будем и ковырять. Да, соответственно. Че, вам там долго еще ебить? Сейчас эти осколки душ поубиваем. Поубивают, скорее. Сейчас будет прикол, если они на меня побежали. Нахуй. Не, они здесь. Обоих убили. Били уже Валик? Блять, даром бежал назад. Там минус 412. Войд, минус 412 ему. У него собычки есть? Да, он экономил рычат. Старый еврей всегда найдет. Ну короче, если бы вчера на ребре меня подождали, я бы уже шемом. Еще один, значит. Да, да. Сейчас Синдри упадет в ангую нахуй. Ух, блядь, из-за профа постоянный мут ебашит теперь нахуй. Чувак, у тебя феникс стоит? Отключи галочку напоминания о чуме в дополнении. Там есть. Выключи. Ты чумой спамишь в ПМ и в чат. Во все чаты спамишь ты чумой сраной. Типа готовьтесь передать 8 секунд, блядь. Выключи эту галочку, найди, она там есть. Я понял, там в настройках есть, блядь, у каждого босса. Профессор Мерзоцуит. У меня стоит только без дополнения на профа и синдром. Нет. Дисконнект. Я их не качал. А, да, дисконнект. Все, Рэй без пояса. Ура. 5 минут чай пить. Сплюнь, подонок. Сплюнь, сплюнь в лицо ему. Кстати, блядь, а почему падает только, блядь, Скорч? Почему, блядь, X1 не падает? Знаешь, что... Ну, потому что, наверное, на X1 онлайн в 2 раза меньше, на X10 в 5 раз. Ну, я тебе ничего не говорил за X10, я тебе говорил за X1. И да, чё, блядь? Я просто... У нас, судя по твоей статистике, у нас 5 раз краш, у них ни одного, нихуя не получается 1 к 2, блядь. Ну, тогда другое объяснение, потому что Сирус говно. Дискон? Ну так X1 же не крашит, получается, Дискон? Не весь Сирус говно. Очухался. X2 Сирус говно. Нет, Джованни, тебе бан дали за токсик. Пошел в жопу, мне уже давали на час, блядь, суки. А мне на день, блядь, за ник. А мне за золото. В смысле за золото? Я с твина перекидывал там большое количество из-за этого. Так написал бы в поддержку. Да ебать, мне все равно надо было отойти. Какая поддержка? Эти ублюдки не могут, блять, баги на Ола исправить. В чем ты? Тем более, думаешь, они бы, блядь, через 2 часа рассмотрели ту заявку, блядь. Вообще чатизм какой-то. Они должны чекать то, что ты с одного своего персонажа кидаешь на другого, лол.
дотики ебаные. На самом деле там хорошие. На самом деле типа, есть, поверь. По сравнению с Сырплем. Зачем вы равняете с этим говном что-то? Там, типа топ-1 по онлайну сервер. Топ-1 по накрутке онлайна. Ладно, так тоже можно. Дополнению в Wrath of Lich King 11 лет, сука. Эти пидоры не могут починить Ола, которому 11 лет. 11, Карл. О чем ты? Какая поддержка? Они сколько хуй свою поддержать не могут в туалете, блять. Сколько лет? Не услышал. 11. WoW Lich King вышел в 2008, мать его, году. Что-то моло сломано. Да, сходи, посмотри. Там кладбища, блядь, не работают. Ебаные баги, блядь, переносом с кладбища на кладбище. Кладбище сука. Не работало когда-то, было давно, я ходил на и Оло. Сейчас, тоже. Сходи сейчас вечером на Оло, это единственное Оло, которое Орда выигрывает. И посмотри. Да, и короче, вплоть до того, что они, смотри, они ввели фишку, мол, можно мосты взрывать. Молодцы, красава. Ну вы же сделаете ее, блядь, по-человечески. Сколько? Неделю назад, блядь, 4 дня подряд я заходил вечером на Ола, и за нападающую сторону у Орды не было ни одного моста, по которому надо штурмовать. Из 3 ни одного, Карл, ни одного, блядь. Стой, а как техподдержка связана с кодерами? Это же вообще разные люди. Я про техподдержку говорю. Типа техподдержка. Зайди на форум, почитай, сколько, блядь, они рассматривают и какой результат. Не знаю, но просто я 2 раза обращался, мне ответили оба раза минут за 10-15. И все ну, там по фактам объяснили. Когда у меня у знакомого, блядь, пропала воля, нахуй, героик из инвентаря, он прислал, блядь, тикет вместе со скрином, со всей хуйней, ему волю так и не вернули, сказали, это не наша проблема. Тоже из-за такой же залупы. У меня вот в рейде... Когда был дисконт после этого, после какого-то там тухлопуза, я когда посох полутал с леди, у меня пропала кровь, и они мне через полчаса все вернули. Ну хуй знает, это было когда? Полгода назад? Нет, типа, блядь, пропала я воздух, играю и... на 3 месяца на сервере. Но... Или ты про своего друга? Не, ну, я просируюсь. Просто это было полгода назад. Я не думаю, что за полгода, блядь, техподдержка хоть в чем-то поменялась. У нас он пропал лут из РС-ки 25-ки. Оп, если ты помнишь. Нам его, по-моему, даже никто не вернул. А, с этой кровью еще 3 лута пропало, которые там стухопузлились, и все, войду отдали. Что за... Сейчас заходим, проф, жив. А лич синдрой нет. А, заебись, я появился на лифте и упал. Ты сотри, ебать. На месте, пояс. Кстати, да, осколок откатило. Пиздец. Осколок откатило? Пиздец. Да он пиздобол, успокойтесь. Пиздобольчик. Пиздец. Если пояс не откатило, то и осколок не откатил.
Когда вы поезд, блядь, получили, когда я осколок? Позже, ты позже получил. Кровь 8 осколков, блядь. Ты осколок позже получил, чем поезд, дядь. Я знаю, что я позже как раз-таки получил. Поэтому осколки откатил. Ну, какая разница? Осколков, да. Ну, посмотри, значит, в боссе лежит. Босса нету. Я возле него. Ну, бан, я посмотри, может, скрин бан, блядь. Звони, вот пусть мином. Это. Илрей подойдет, карманы обшарит, муж есть. Это Войт сказал. Сейчас бы по-хорошему начислить Г5-му, кто сахар валит, ну похуй. Ну а ты видел, кто это был? Пусть восстановлю ты просто. Мне я видел, не было, я но я не скажу. Ты скрин сделал? Осколок? Нет. Все, бля, хули. Бан. А лут не пропал. Саммервиль кто? Чё, Саммервиль? Если ты вот что-то говоришь, тебя не слышно. Ладно, в комнату заходить не буду. Не заходите в комнату. Еще раз не заходите. Пекнуть кто-нибудь в танк, вот это не оттанчит один. Сейчас пекнусь, бой спать. Она же написала. Рез. Ну что, вы там убились на Друлича? Да, я на работе, блядь, в 11 за... Вот зашел в комнату. Или что, мне кажется.
Да, походу кто-то зашел в комнату. Еще одни пауки должны быть. Должны быть и пауки. Похилим чине. Детство хило, конечно. Половина хилов не в комнате воет. А он там стоял. А нахуя они там стоят? Я сейчас выйду и заново. Ну, если они зайдут, ивент заново запустится. Ну, будем здесь вечно стоять. Сука, так будем, значит, вместе бить. Хули вы стоите-то там, ебать. Последний трэш, мы сейчас зайдем, давай заново бить. Похуй. Поебать нахуй вообще. Дядь, вы пришли нахуй, Геру нахуй, они на АФК будут. Хуеваю сразу, блядь, что у вас в голове, блядь? В голове у нас, чтобы вы быстрее пронесли. Потому что вы потом, блядь, больше всех нахуй ноете, что мы очень долго тут, блядь, сидим. Не знаю, кто там... Мастер... Мастер, будешь собирать? Что собирать? Трэш. Шея, будешь собирать? Шею? Шея. Шею? Да, буду. Шея. Шем? Это что? Сочетание. Шея, шея. Что он, блядь, худит? Короче, рево, значит, он мне пиздец врезает. Thank you.
Нет. Тогда еще говорил, мы первая гильдия, которая убивает друг без сопров. Возможно. Куда вы побежали? Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Погибни! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Дай стол, Турбо, дай стол.